свет звенит, а на стоны глушат. Изо всех своих ран из отдушин. Песни, баллады, лирика, шуточные композиции. Творения Владимира Высоцкого многогранны и затрагивают множество важных тем. На арт-фестивале в Одинцовской библиотеке номер 1 Вячеслав Тарасевич исполнил произведение знаменитого автора, голос и энергетика которого заворожили с детства. Теперь он поет его песни более 25 лет. Я буду исполнять песни на военную тематику, тот, который не стрелял, лирическая, очень такая знаменитая песня, песня шуточная «Ой, где был я вчера» из ранних песен Высоцкого. Голос Владимира Высоцкого знаком каждому жителю нашей страны. Он буквально ворвался в искусство в начале 60-х годов 20 века. Талантливый исполнитель, а также поэт и актер, родился 25 января. Именно поэтому в этом месяце проходит много мероприятий, посвященных его творчеству. Январь – месяц особенный. И мы подхватили эстафету по проведению 5-го международного арт-фестиваля «Я только малость объясню в стихе». Это фестиваль, посвященный 85-летию со дня рождения Высоцкого. Владимира Высоцкого почитают многие и любят. На концерте прозвучали и стихотворения Высоцкого. Он всегда писал с особой честностью и открытостью. И именно поэтому один из его сборников стихов был назван «Нерв». Ведь земля – это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет. Владимир Семенович всегда будет интересен народу, как неординарная и творческая личность, а его музыкальные композиции до сих пор поражают слушателей своей многогранностью. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».